Купажированный Шен-Пуэр урожая 2017 года из ассортимента T-Magic, Москва, Санкт-Петербург, Хельсинки. Аромат сухой заварки на прогреве дыханием. Плотный аромат. Пряно-сладко-медовый. С отдельными нотками. Яблоко в меду. Груша в меду. Медово-пряно-сладкая кислинка. Да, сладкая кислинка звучит парадоксально, но в мире шен-пуэров это вполне себе реальность. По проливам. Берем 2,5 грамма сухой заварки и завариваем на 100-миллилитровую китайскую фарфоровую гайвань. Промывка 50% от нормы. Первый пролив 100% от нормы. Второй пролив 100% от нормы. Третий пролив 90% от нормы. Четвертый пролив 70% от нормы. Пятый пролив 50% от нормы. Большое количество микропузырьков в теле чая под поверхностью. И это плюс. Мягкая прессовка. Блин легко разбирается пальцами, а сырье быстро расходится в гайване. Вкус заваренного чая. Медово, сладко, пряно, кисловатый. Послевкусие. Пряный яблочный мед. Полифенолы в наличии. Это плюс. Сильнейший расслабляющий эффект, сразу выбивающий работоспособность. Утром рабочего дня пить данный шен категорически противопоказано. Собственно, классический чай состояний. Всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.